тебе надо ждать, пока люди лутанут. Не может такого быть, чтобы ты лутанул первый, а они во вторую очередь, потому что они приходят на робота, а тебя там не было. Как ты, ну, это рассматриваешь вообще? Или ты думаешь, должен быть ролл, нахуй? Ну, типа, судьба там с собой главалила, тебе ты забрал, потом не пришел на робота, и что мы о тебе будем думать? О том, что ты, ну, что тебе похуй, хуй с ним, если ты вот работаешь, там еще что-то. Но я дал тому, кто будет на роботе. Ну, по крайней мере, рассчитываю на это. Поэтому ты не лутанул сегодня. Если ты считаешь, что я не прав, блядь, ну, делай какие-то выводы, думай, я хуй знает. Прочитай про систему консул. Да и вообще, гильдия такая Exalted была, ты слышал про такую? Нет, ну, взял, не взял. Ты ДПС, наверное, меньше их давал? Давай, вот я просто осмотрю твой этап левел. Где ты? А тебя даже в рейде нету. Ты ливнул с рейда? В обычке хочешь сказать, тебе ничего не надо в ЦЛК. Ну, на Сирусе недавно. Ну и что ты? Хочешь ПРЛить вместе? Давай ты ПРЛишь, может я завалю ебало. Хули ты пишешь там? Я просто посмотрю, как ты будешь одевать людей. Это вот это сильно сейчас будет. Ну а хули? Просто человек говорит, что я первый раз, а он тут две недели ходил. Братишка, открой ЕП и посмотри. Как минимум, просто посещение. В смысле? Я РСК 4 месяца хожу, братик, и я ничего туда не забрал. Тебе, а вот тетя. Я не понял, кто это. Что, бежать. Мы пошли в рейд, зачем покидать его? У нас РТ. Ну да, ты покинул рейд, и как это объяснишь? Ты, кстати, говорил сейчас что-то в Диссе шальная или нет? Нет, молчал. А у тебя есть микрофон? А, ну ладно. Не, ну понятно. Я типа ничего, ну спит это. Ты просто сам подумай, ну, что ты ждешь от меня? Я тебе не волшебник, я не могу всем 25 людям сразу выдать шмот. Будут одеваться они по очереди при любых системах. При роли, при ПГП, при консуле, при ДКП и при вообще любой параше. Если ты это не понимаешь, простую истину. Ну не получил ты сейчас, ты ее получишь. Ты с рейда почему ушел? Ты уходишь? Ой, там, короче, солин, пиво и чумовой нету, пошли пока могу вбить. Мне просто объясни, потому что, ну, я не хочу сюсюкаться как-то там, не знаю. Лучезар не читал там. Не могу поем читать, когда вот танчу и говорю одновременно в дискорде с людьми. Я думал, Рони услышал. Ну так... Лав, можно я уступлю место нашему Лолу? Лёшке? Ну давай. Потому что ему нужнее в ЦЛК обычку, чем мне. Ну давай, давай. Ну, только вопрос там, если чумовая на какого-то ханта хочет, ты вот у него спроси. Если он на ханта пойдет, то кому-то придется хилить, ДЦшить. Иначе мы просто ничего не пройдем. Так что надо подумать. Лол, он кто? Он перспективный? Сколько он даст? Ну, он лок. В нашей гильдии лок. С нашего овервайпа. Вот он будет вступать сюда. Он, но он уже нас. У нас. В слезах, да? Да. Но у нас это в слезах, так что. Он тактики там, ну какие-то будет, ну, типа ждать его на роботе. Или он пока вообще слабый для робота? Он пока для ЗС волка слабый, но в перспективе мы планируем его подтянуть к нам. А я. Постоянно. Братан, я не могу хуй нахуй, потому что это уже приелась, эта хуйня. Ну, я-то, ну. Вроде бы мыслю нормально, но получается такая хуйня, понимаешь? Разговорная хуйня, ну. Я не могу тебе, ну понимаешь, нету... Если бы мне, блядь, платили какую-то 100-тысячную зарплату, там, не знаю, я бы, ну, полебезил бы перед людьми, но я немножко не такой человек, чтобы этим заниматься. Ну так, чего, все, я могу идти уступить ему? Я тебе еще раз говорю, чумовой пиши в ПМ. Вот. Тебе уходить надо срочно? Нет, не срочно. Ну вот, если чумовая зайдет на ханта, а зайдет или нет, я не в курсе. Вы сами думайте, надо вам рейд или нет. Если не надо, я могу не водить. Мне как бы легче. Но когда мы приходим на УКЗС, у нас там пачки нету. И туда надо людей готовить, вы должны это понимать. Если этого не делать, ну... Я не знаю, можно года 3 набирать людей, 277-х. Ничего я вам рассказываю, вы должны это понимать.
Можно как бы их набирать года 3 и не набрать нихуя. Вот. Так можно быстрее гильдию сделать. Как? Ну смотри, я ему пишу, он отсутствует. Ну вот. Отсутствует, да. Вот Халокет, например, может на замене посидеть. Можно взять шальную. И Лока. Я могу на замене посидеть, потому что все равно дохуя этих хилов. Кто это? Ну, Шэм. Другие говорят, Шэмэн. Ну, Шэм, да я бы Шэмэна оставил, я бы какого-то Редру свичнул. Или Димикса, или Нартика, вот из них. А пусть люди идут одеваются. А Матерасу, а тебе... Не, просто если буду ДД убирать, у меня хилы лишние. У меня, видишь, сколько хилов. Ну, так я же поэтому говорю, что я хилы. Подожди, ты шаман, я тебе хочу оставить, я же говорю. Ты хочешь пойти ров лохантом, а это Лучезара хочет почилить. Вот если ты пойдешь ров лохантом, то Лучезаре надо будет ДЦшить. Потому что тебя не будет ДЦ 2-5. Ну и как бы ров лохант, там все дела. Ну думайте. Вот, допустим, я взял вот шальную, да? Так, сейчас я сюда перекину. Потом что? Резельда кот, этот кот. Вот Лола, если взять, то там, ну, допустим, Матерасу. Вот, всем остальным нужен мод Нарти. У тебя есть ДД спек? Ну, очень долго, я ждать не хочу, прям максимально. Либо вы заходите быстро, либо я не знаю. Вот. Потому что, ну, мы сидим пиздец. Мы уже в ребра стоим, так чисто, ну, могу сказать. Не, не срочно, не срочно, я не знаю. Я не акцентирую, просто мне интересно, ну, что людям надо. Вот ты, к примеру, ладно, нормально. Вот тебе надо тапки или взломанные, или с этой, как называется. Посох, там какой-то мне посох, взломанный, фарми, запы, в принципе. Так, кому-то сюда надо в ЦУК место освободить? Я могу ДД освободить место. Кто это? Мне в ЦУК ничего не надо, Грут. Может быть, посох поменять, если только, ну, такой. ЕП постепенно будет. Ну, вот, давай Матерасу. Грут. А кто-то, а кто заходит? Шальная, о, этот. Хан заходит, да? Ты заходишь там? Ты в Диси? Да, там они Лелия плюсуют. Кто тебя возьмет? У ассисты у всех есть, а вот увидел. Это, ну, груд, что, портанешься, да? Ну, если что, кто там? Один, да, два. Да, конечно. Один, я два. Я смотрю, зовите. Один, два, три человека там, если что, на этом, как он называется? На замене, если вдруг что-то кто-то вылетит там. Вот рыба. Смотрите, вот рыбу, идите 10 секунд и начинаем. Этот самый Дед Мороз. Бля, мы с тобой не сдохнем вдвоем, я думаю. Мы же живы. Я могу спек. Не надо. Уже половина. Хотя спек. Я сейчас в чем и в ком? Я остаюсь? ДЦ. Я... Ну, да. ДЦ. Окей, да. Я спекаюсь. Тот ушел на ханта, на беспонтового. Никому не нужно. Ну, может быть, когда-нибудь он будет 25 кусков давать и будет проносить рейды, затаскивать. Когда у тебя будет 25. Надо плечо тебе выбить с робота. На следующем КД, если выпадет, будет вообще кайф. Уже половить. Там у ДК 65. Mm-hmm. Спекайся, этот самый, нестойкий, в третьего. На леди побудешь с одной стороны, мы с ДКшником с другой стороны. И потом уже Дед Мороза отправим в ДД бить. И мы с тобой принесем эту всю херню. Все, хилите его. Проверка, я чё. Идем, короче, быстро, ничего не стопаем. Ману никакую не резаем хилам. Квест, по-моему, сегодня на Лану. Каску по престам дайте, пожалуйста. Ребра. И канские вот эти вот, канские кулаки, кресты, чтобы это все было быстро.
Человек упал, подняли его и уже даем эту всю хуйню. Мирлиса тут нет. Он отошел. Все, да и похуй, тогда начинаем. Я говорю, я не буду стоять, как в гарейдах было. Вот это стояние, ну, ни к чему не приводит к хорошему. Надо проносить. Мы, эта хуйня проносится час 40. Вот таймер включаю. Если меньше 2 часов успеем, есть будущее какое-то. Если нет, то надо работать. Все должно быть прям быстро. Пыль должна заворачиваться. Так, осколки, Казик. Сколько у тебя осколков вообще? И поспрашивайте, у кого еще есть 42, ну это поспрашивайте, у кого еще есть на шлем. Ну то я, блядь, тебе что ли начать делать? Есть у кого-то шлем именно, не выхан шлем? Короче, поищите, а то если я начну делать на всех персонах. Слушай, ходите. Не устанешь? Да, блядь, или там. Как можно от такого устать, от удовольствия? Услуга за услугу, молот. Не знаю, молот где. Сейчас я его в центр. Ну, я отдал 25 дуэток, вот делал квесты, и вот показываю, где-то тут молот должен быть. Это на ВХ? Да. Блять, по-моему, я на Ютубе записывал этот вечный холод, как делать. Че-то дыпа сломала вообще. Вдалеке один шип. Сейчас я пока буду с босса шмот раскидывать. Это самое. Дед Мороз с огнестойким пойдете там танчите. Я сейчас буду смотреть по обычке, если кто-то прям будет умирать в лужах, там, на синдре, или укус не передавать, на заметочку вас брать. И еще раз напомню, и сейчас, и может еще в конце рейда напомню, прочитайте тактики на геру, на обычку, чтобы знали основу, что здесь вообще вас ждет. Потому что когда вы знаете, что будет, вам проще намного играть. Вот, а если вы приходите и ничего не понимаете, очень тяжело с вами, ну, объяснить вам, что делать. Вот, например... Хилы сейчас 3 тика словили лужи под спиной босса. С нее просто выходить надо после первого тика уже. Один тик вы можете словить, 2 тика это уже, ну, хуй с ним залагало, но 3 тика это хуево. Пока вы с них выходите, вы танка не хилите. Поэтому выходите раньше и начинайте танка хилить раньше. Чтобы себя еще не захиливать. Это тоже тратится хпс. Например, шаман. И вот сейчас 3 дика, по-моему, словил, да? Да. Ну я подвисаю. У тебя как? Еще какие-то персы есть, кроме шамана? Ну это ж бами. Бами? А-а-а, вот оно что. Бами. Так, ну 4 ляма. Может быть, добьем наверное. Попробуем. Что-то за страш ужаса. Ага. Этот сейчас шея, значит, вот это хулипристер дру. Надо кому-то начинающий там. Давай на оф.
шальная. За хилов умеешь играть? Легко хули пристрелил. Ну, так. Ну шапка точно на распыл, никому не надо. Сейчас я заберу. Дед, крепнешь помощника и остальных. Этот самый. Тапки надо кому-то? Резельда. Так, а Резельда, ты вступил ко мне в гильдию или нет еще? Конкурер Сурф Нодрент. Ты будешь вступать? Или ты будешь сидеть конверс чилить? Давай, вступай. КХЗ. А чё у тебя? Ну ты подумай. У тебя же на роботе не было? Или был? Не было. Я совой был. А, ты совой был. Ну вот, а что в Конкверс проносит вообще или не проносится ОКЗ? Ну бывает, что только не убиваем. А, да и нахуй тебе такой большой прогресс, давай тут нормально играть будем. А до хера я ИП копил? Ну так, да и похуй на это ИП. Ты тут будешь уважаемым человеком. Хилом уважаемым. Будешь респект. Уважаемым. До первого вайпа. До первого вайпа. Ну, сначала бичом будешь. От вайпа не знаю, я когда 2 Т5 эрдру перехилил, я перехотел Т5 на эрдру. Ой, вот это помощника щелкните от тебя. Дики, не подходите. Короче, смотрите это. Вот, например, Нарти, в чем ты там? Вот почему ты в эрдру вообще? У тебя есть спек какого-то ДД босса, ну вот даже? Есть у тебя какой-то спек, братан? Ну не надо нам 7 хилов тут. Да хуя очень. Посмотри там. Да и похуй, пускай 6к лучше будет. Вот закинь, например, не шаму этому иннер. Вот вообще вы видите ману хилов, да? Вот я сейчас смотрю у всех друидов, а их раз, два, три, четыре, пять в рейде. У всех нету КД. Вот Эли кинул, вот видите, вот Нарти кинул. Вот это все делайте не только на боссе, когда вас попросят, там, поумоляют, а все время делайте. Вот, к примеру, да, вот ты залил, красавчик. Все, сейчас мы бьем нон-стопом. Сейчас эту пачку начинаем. Жука пулить, я подвожу второго. Вы можете уже того булить, жука. И второго, да, мы одновременно будем два бить. Просто как нормальные пацаны. Вот, начинайте черепок фулл дамаг. Я второго веду. Сейчас это... Дед Мороз, давай незыбку, если настакал. Давай незыбку. Есть, нет? К боссу только не надо было. Черепок добивайте. Сводим, кливаем. Ладно, я дал незыбку. Стомтите с меня жука. Я пошел с этой хуйней. Захиливаем, захиливаем. Чё, это скучно играть. Вкратце, вот. Где звезда, там огнестойкий один, три моба держит. Где кружок, там мы с Дед Морозом. Дед Мороз твой с лестницей моб. Ну и крайний к лестнице ближний. Отсчет на пол. Трэш бьют все, босса никто не бьет. Сначала трэш, потом босс. Поехали. Бля, там если боешки будут в этой... Посмотрите. Я что-то не шарился. Так же, как в этой. Так же старайся подводить, чтобы миликом быстрее было плевать. У этого дурака. Все, и сейчас дохуя времени босса побить. Контролик челика. Вот литр пива, дал акула. Видели, какой скилл? Ну там какой-то стан пошел. Он здесь не убьет никого. Ну где вихри? Вот на те или где вихри? Да, блять, я кидаю, у него резисты срабатывают. Снимите магию. А, ладно, похуй. Пускай резисты, короче. Пускай не снимайте ничего. Хуярим босса. Где модлес вообще? ФК, что ли, стоит? Трэш, 2 секунды. На лестнице хуярит. Вот видишь, когда люди в другой гильдии, они могут себе позволить вести себя вот так вот, как бичи. То есть нихуя там АФК и там и так далее. Начинаешь сомневаться в их нужности вообще. Шмот им отдавать неохота. Сейчас поглядим, короче, на сорке что будет. По ДПСу. В плане, кто дает на свой шмот, кто нет.
Шальная... У нас на шлейке танк, да? 260-й. Ну, шальная, не знаю, если прям два припота выпить, я думаю, ты можешь ждать 1017. Вот если ты меньше дашь, ну это получается, тебе надо тренироваться с ротацией. 17. Ну, 16,5 прям. Я прям уверен, можно с твоего перса выжить. Как ты матерас 17 не дашь, если я даю 19 на своем апостоле? Вот смотрите. Бич проснулся. Ебать этого. Трэш вышел, давайте трэш. С лестницы гриппаем. Ну херачим. Че там босс переводиться будет сегодня, не? Да у меня еще трэш. А, все, босс пошел. Давай сюда этого босса. Давайте Геру, дамаг. Там как... Как сорвется с меня босс, так и этот... Заберешь. Салина не убейте, о, хорош. Их отводим немножко милики. Отходим, чтобы его не зауешить. Вот. Чуть резель не хлопнул. И все, в принципе, без таунта забрал. Я попрыгаю пока. Spirits. Смотрите, такие зеленые духи появились. Видите, они бегают за вами, да? Вот Шалину врезался. Как дела у тебя? Герри так же будет? Spirits. Это просто вы обычки не обращайте внимания. Ну, потренироваться здесь неплохо можно. Ну, если они у вас зеленые, конечно. Если фиолетовые. Вот Дед Мороз взорвал, Гена, Банай. Spirits. Еще зеленые, вот смотрите, вот появились. Одна тетя. Так. Мира Лиса взорвал духа. Это вы в Гере, считай, вайп эти рейд. Каждый, кто взорвал рейд, это целый вайп. Шалина еще продолжаешь. Ну, не знаю. Можете, в принципе, не обращать внимания, но потренироваться было бы неплохо, отбегать от них. В обычке, в Гере будет проще. Не, шальная, я просто это назвал, когда ты в контроль попал. Блин, я заебусь пиздеть уже. Надо какого-нибудь пиздобола набрать, чтобы он так же это... Рыдал, короче. Так, что там выпало? Кстати, Слав, слушай, я хотел спросить. Вот ты скидывал аддон или что это, файл какой-то на этих зеленых дупов? Угу. Он у меня слетел. Ну, то есть он остался. Когда лаунчером обновляешься, он его удаляет. Потом закрываешь лаунчер, опять копируешь и переставляешь дату руру, потом запускаешь игру через рун EXE, и все работает. А можно там запрет надо ставить на него, и тогда он не будет удаляться. Я не ставлю никогда никакие запреты. Вот мне, короче, заберу, блядь, ДД буду делать. Так, я обратно в ретрик тогда только. Не, зачем? Ты в танке, давай, мы фу, Дед Мороз запускай, чилить отправим, пускаем, блин, дамажит. Я на тот корабль полетаю, ты на нашем будешь. Надо это параша кому-то. Короче, все забрал на распыл. Сейчас. Насчет осколков хотел спросить. Ну, типа, очередь, не очередь. У меня только они остались, у меня даже с Джайна уже есть. А ты кто? Привет, привет. А ты в какой гильдии был? Павшим? Не-не-не, я вообще там просто у нас 10 человек было. Вот этот я трэш, вот поделал. Этот трэш надо убить, вот чего вы стояли. Сейчас могли уже ебануть его. Но дракона желательно не пулить, чтобы, ну, хотя бы меня подождать. А то его когда пулят, там нельзя портал заюзать. И приходится ждать, пока вы дракона убьете. Вот этот трэш заливается, вон 5 секунд. Стоять, смотреть на него не надо. А то пробегут люди, словят бой. И будет, как всегда, ууу, блядь, побежали обратно, у нас бой, а что делать? Ну, насчет ВХ, у тебя как с тактиками, с контентом вообще? Ну, я уже ходил с вами, и ЦЛК 25 герой, ЦЛК ОП, РСку знаю, ну, ЗС ОП я не ходил. Ага, я понял. У тебя ночное именно время, да, РТ? Да. Угу. Тебе надо только осколки, у тебя будет палка, ну? Да, у меня только осколки остались. А на сурке ты? Ну, сейчас глянь, сколько ты на сурке даешь. Ну, в прошлый раз 15-ку выдал, но сейчас я не знаю, после реворка, я не знаю, по-моему, подняли. Ой. То есть я вчера сегодня тестил, ну, у меня как минимум где-то 1000 на 2 ДПС поднялся. Надо смотреть. Сейчас вот на ютубе есть, ну, чтобы
понимать ситуацию. Вот, к примеру, те, кто на роботе были, вот там самые топы, вон Казик, Асалин, там дальше вон Ловикойл. Вот. Почти вот больше половины этого рейда были там. Чтобы понимать ситуацию, надо посмотреть, кто как играет. Вот, например, если ты на личе будешь лужу в центре раздевать, то будет хуёво. Если будешь схватывать все быстро, то будет... Бля, я, кстати, запустил корабль. Я думал, я ранее забрал, это с корабля запустил. Сейчас кто-то не успеет, да? Не успеет Аризельда, не успеет Шалина и не успеет Миралиса. Лол еще упал. Ранец, если что, надо одеть на спину себе. Сумки нажать. А лута не будет, да? Или комбат сейчас повесится? По лута. Но если я корабль не успеваю. Вот будет. Не знаю, сейчас... Я не спадал. И там или телепортирует, по-моему, да? Или... А не успеете шкаф поставить 10 секунд? Нет, шкаф и летит, там... мы в воздухе летим. Ты умрешь, но тебя телепортируют на корабль. Так. Ахилла летает, нет? Не знаю. О, а их реально телепортировало. Ну, я же сказал, умрешь и телепортирует на корабль. Ну и пускай. Это такое ощущение. Мне такое ощущение, как будто меня не слушаешь, я думаю, что я хуйню какую-то несу, блядь. Так, сейчас я полечу. Реально воздух убил. Все, можете лететь на тот корабль. Все. И маг, ну чем быстрее вы его убьете, тем быстрее мы убьем босса. Вот этот колдун. Быстрее, что-то вообще дамага по нему нету. А шаман цепухи, смотри, в кого кидает. Вообще прикольно, да? Ты меня видишь вот сверху, я на столбе стою. Вижу я себя. Кинул на меня щиток земли. Нет. Не кинул. Кинул. Ты там цепухи не кидай, это бесполезно, хуйня, не надо. Там не дамажит никого. Вон, ружейников убивайте, вот смотрите, фуловые стоят. Их надо убивать. Вот, да, быстрее, прям в порошок их стирайте. Потому что они стреляют там по нашим челикам. Еще маг. Это, чтобы бодро проходилось контент весь, да, надо привыкать к тому, что это не какой-то там, ну... Может рейд, если он на расслабоне, рейд просто дольше будет. Все же хотят побыстрее освободиться, да? Или вот, к примеру, если трехчасовой РТ, если за час 30 пронести целка обычку, можно еще за час 30 столько делов понаделать. Вот, чисто навскидку могу сказать, можно убить РС 25 гер за 20 минут, можно убить ТТГ за 20 минут, 25, и можно убить ГМХМ за 40 минут. Представьте, сколько это рейдов. Причем нужных, интересных, важных рейдов, которые вот больше половины рейда вот этого нужны людям. Что меня пробивает, да? Бейте мага. Что там такое? А, еще не... После этого мага улетаем, короче, давай скинем стаки. Что тут тебя сильно пробивает, Лав? Там 40 стаков. Улетайте с корабля. Улетайте быстрее. Все, я тоже улетел. Если кого-то убьет, я не виноват. Так. Все, можете лететь обратно. Сейчас 3 секунды выйдет маг, а вот вышел уже. Убивайте и шотайте все, что там есть на корабле. Сейчас пушки уже добьют. Так что привыкайте к тому, что надо бодренько, быстренько рейд подходить. И если вдруг я об этом забываю, да, как-то сами старайтесь поторопить. Потому что это же все-таки наше время. Чем быстрее, чем больше мы рейдов закроем за короткий промежуток времени, тем больше мы на неделе себе времени освободим свободного. То есть можем играть не 7 дней в неделю, а 5, 4, 3. Это все реально. Просто надо приходить сюда. Не так, что там, ну, я не знаю, что делать. Вот, почитать и молча все быстро делать. Если, конечно, вам это интересно. Не знаю. Подумайте.
Алло, меня слышно? Алло, да. Меня залагало, все нахуй. Лагало. Ну, ничего страшного. Сейчас корабль долетит, может, разлагает. Пока бой в инсте. Ты в инст пробовал зайти, да? Не-не, у меня просто, блядь, картинка повисла. Это у кого? Привет. Это самое. Ну, раздупляйся пока. Так, Казик. Чувствую, сегодня соберешь шем. О, боешка. Миллион голды стоит. Так, запы на ханта надо кому-то? Кушайте сразу рыбку. И на кого это вообще? С РП, с критом? На ханта, на ханта. Наверное, с хостой лучше взять. Так, вот это вот на ДД. Надо кому-то? Так, это я тогда на распыл. Так, привет, вылез. Это он зашел? Привет, прием. Давайте проверка. Хилы, у кого есть ДД спеки? Чтоб поменьше хилов нам тут. Нарти, ты спек? Здесь... Я могу просто поменять ветку и быть ДД, но в хилос шмоть. Не, ДД на спек. Вот, Димикс, давай спекайся. Ты в сове. Димикс, тоже спекайся. У тебя что там? Это... Шаман, есть какой-то ДД? А то... Привет, ты лобишься. Вот я же говорю, что у меня нет... А, да я, видишь, я по голосам думаешь, знаю. Я один пизжу тут. Ну, только... понятно, понятно. Меня все знают, я никого не знаю. Это... Ну, давай спекайся в какого-нибудь ДД там. Здесь в обычке тоже таунтят два танка. Да. Как у Кирина. Ну, у меня шмот хиловский останется, просто я в ветку там. Да похуй, конечно, пускай хоть танк. Подскажешь, как таунтить, а не тачу сурфап для спадки? Ну, это... Если у тебя ДБМ стоит, тебя ДБМ проносит, то что на твоего напарника кинулась метка, ты забираешь просто. Привет, ты заходишь там, нет? Ждать тебя, нет? Ой. Привет, прием. Короче, я думаю, это гиблое дело. Ждать челика. Нахуй. Допускаю. Короче, сейчас увидишь. Если фреймов нету, если там на фреймов у тебя... Я на будущее еще раз объясню всем. Вот, ставьте вуду и не ебите мозг. Вот. У меня стоит фото. Вот. Тогда там должна метка показываться. Она вроде как в стандартных дебафах вбита в воду. Вот. Ты просто увидишь, там видно живой, да, вот это нестойки. Это все видно. Оно в хилботе тоже показывается. Вот. И там будет красненькая вот эта хуйня. Вот как увидел метку, она как удар. Удар этой, блядь. Удар крови. Как кровавый удар, да. Выглядит такая же иконка. Вот. И ты увидишь такую хуйню на мне. Мы с пула там, не знаю, 9 лпшек успею дать, ты увидишь эту хуйню на мне и стоунтишь. Вот. А когда она будет на тебе, уже я себе стоунчу. Все понятно. И все. Ну еще самый важный момент, что надо будет по мобам еще играть. Вот, допустим, если мобы идут на ДД, их забрать. Вот. Точечным таким таунтом стан давать и дамажить по ним, чтобы они были на нас, а не на ДД. Вот. Ну, у меня там очень долгие КД, поэтому я притяжку даю и ЛПшки максимум, что могу. Секунду, ну, до ПО, готовимся. Печать буду менять на мобах. Давайте герни. А ты с повиновением так и можешь танчить, в принципе. Не сорвут? Не, я же наберу старт. А? Может, и сорвут, не знаю. Сейчас уже скоро на меня повешат. Вот повешал. Ага. Вот. Баба убить. Ну,
все, ничего сложного. Алло. Алло. Я захожу. Ну, с сырками бьем. Забрал? Да. Те же тоже ДБМ, да, пишут специальное предупреждение, руна крови на вот Frozen the Town, да? Да, да, да. Ну вот видишь, все легко. По крайней мере, со мной. Я просто десятку только танчу здесь. Да ничем не отличается. Только я сейчас оттаунтить не могу, таунт катать. Вообще кровь игнорирует броню. Хиляем, перережи частицу на шалину. На шипешника. Сейчас еще метка одна будет. Ну, Казик, в принципе, не сдохнет на зоне. ДПС 320 в самом низу, у те, у которых спеков нет, 7000 есть на димикс и или нормально 13000 хан 13, вот идет шальная 13. Вот если шальную подтянуть хотя бы вот до уровня вот этих 9-10 место, вообще хорошо будет. Но над этим надо работать. Портал открыл. Резель, да, слабый код, сами, наверное, больше даст. Там. Я на коте в первый день вообще. Он с говной палок собран. Лучше в совете. Сейчас дальше сложные боссы будут. Вон там проф. Сразу в сову прыгай. Без вот этих, ну, без... Потом потренируешься. Ну, когда попроще будет. Ну, чтоб наверняка, а чтобы мы не проебались. На чем? Не получилось на этом, на софе потестить. Ну, понятно. Сейчас по тысячу на тухлом. Плащ надо кому-то? Угу. Давай, иди. У меня вообще целый день вот такой, сегодня уже четвертый или пятый раз, у меня просто Warcraft зависает. Просто картинка. Наверное, руби и... свой плащ, если что. И вот... Но только перезагрузка компа помогает. Может, у кого было такое, может, что-нибудь подскажете? Куча разных, видишь, нюансов бывает, проблем разных. Его есть тут трэш? А? Я у хилов спрашиваю. Ну, вижу, там шаман, как минимум, Лучезара стоит. Ну да, я просто не знаю, в кане или нет. Похуй. Это же показывается в воду, там стрелочка показывает, где они стоят. Не, я вижу, что они оба меня, я просто не знаю, играю в ФК, они не отмашкурят. Это я под зеленой стойкой делаю. Не
слизнику проймал. 20 секунд я в слизни пробыл, сука. Все 20 секунд. Ну, тут ничего удивительного нету. А кто это говорит? А матрас. А, потому что хэпалы, ретрики и присты не умеют диспалить. Вот почему ты пробыл. Ну, тут надо либо выйти из-под большого, чтобы туча не била. Там их две, такие дебафы. Вот. Ну, обратите внимание, милики. У вас хп уменьшается. Выйдите просто отсюда. Вот одна осталась уже. Вершам назад? Куда? Или не она? Да, назад. Пускай вот эти вот нарти остаются в этой. Хотя подожди, Димикс, давай ты в себе пойдешь, нарти пускай похилит. Я в нем побольше уверен. Давайте быстрее маба этого добивайте. Пошли. О, так что Димикс в себе побегай. А тот пускай похилит. Сюда не забегайте, ничего не агрите, сейчас большого высокого берем сначала. О, господи, температура. У меня бы тоже поднялась после такого рейда. Ну, ты правду говоришь? Потому что я бы тоже в Т5 сюда не шел. Ну, надо спросить, есть там кто на замене, кто зайти может? Ой, я потерял топ хила. Что же делать? Интересно, мы пройдем вообще рейд? Найди второго топ. В принципе, Элия есть, который все затащит. Видимикс спекнуть менее опытного челика. Ладно, Киризайт, что я могу тебе сказать? А Слав, поставь Элия на хил. Он захилит все. Да это понятно, что захилит. Просто он совет 13, то Димикс, сколько там, 9. Так, Киризайт. Так, ну давай, чё, 4 босса, это чё? У Миролиса есть 5 хила. Пускай же Димикс. Миролиса дамажит побольше, чем Димикс. Все, Киризайт, ты можешь где-то хоть. Есть там кто-то ДДД какой-то в рейд? Ну, пошли пока дальше пить. Тут там какую-нибудь собаку сейчас черканем. Ну, давай прелесть. Отходите назад, чтобы вторую не сагрить. Уйдите. Сюда вот прям. И херачим. Ну вот груд возьмем его. А чё Димикс ушел? Не, надо уйти, спасибо за рейд. Так всегда будет? Какая-то причина есть на это? Димикс мне интересно просто. Это очень странно. Ладно, надеюсь, такого не будет часто повторяться. Димикс тут еще нет? Вообще круто. Мне понравилось. Ну, что тогда поделать? Ну, Элию тогда сбегать придется. Еще одного ДД искать. Да, обычка. Это романтика. Сюда. Там Влада можно закинуть на баги. Спекни Эйда хила. Вот, вот этот шаман, это кто? Это Халукит. Халукит. Надо, надо подтянуть вас, чтобы 4-5 фармить. И потом, короче, будете моих тинков водить в рейды. Сейчас готовимся, короче, вот эту захиливать собаку хорошенько.
Трэш сзади. Пошли там с умнем. Чем байбанем. Метки ставить не буду. Три споры. Одна слева сзади, одна справа сзади, одна под боссом. Кстати, шкаф. Этот лолдовый шкаф. Тыкаем. Кушать. Ищи, какая рыба кончилась. Казика солина. Тыкать этот звон. Так, на фласку выпить, да? Так, ну на Гера у нас теперь появится ДС, чтобы открывать печати, это хорошо. Так, банку выпить. Каску? Ну вот у нас есть три паладина в рейде. Нестойкий литр пива, охиляю. Должны быть все бафы. Что не добавили, я не виноват. Когда забирать, я тебе скажу. Мышка раньше спорил, ничего страшного. Репоты все равно никто не пьет. Споры одна под босса, одна слева сзади, другая справа сзади. Туда-сюда не бегайте. Ближе под босса, ближе под босса. Стойки там, когда перед едкой гнилью будет, тем попрошу каплю. Знаешь, да, эту хуйню за нежертвенность? Угу, конечно. Одна под боссом. Че вы там их вместе ставите? В разные места. Представьте, одна под боссом. Угу. Все, дальше на рейндж стали обратно. В кучках не стойте. Это хилы посильнее сейчас по мне работаем, по танку. Побольше внимания. Сейчас рейд вообще не дам... Ну, как объяснить, блядь, дамага мало получает. Сейчас вообще не будет получать, только отспор получит немножко, но там мизерный дамаг. Так. Через 3 секунды давай по мне каплю. Всё, давай каплю. И этот я хиляю, приготовь массакру. Давай массакру. Все, захиливаемся. Забирай огнестойки. А как ты просил по мане, шаман? Что-то у тебя не то. Как просил, да. Карта. Сколько у тебя хосты? Посмотри там. Сильно много, что ли, собрал? Травму, мир. Что-то прям многовато. Что ты нахилил? Да, все, Эрдру спиздили. Да это они все спиздили. Даже можешь не стараться. Смысл? Были бы другие хилы, там, два шамана, например.
там бы что-то получилось. Так вот это... Слава, так что там нас? Чё? На осколки что там, пойдет, не пойдет ДПС-то? Дальше сейчас посмотрим на боссах. Ну, ловиков больше дает. Ну, посмотрим. Я пока не знаю. Ну, я в демоне. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Если... Всем, сколько там на таймере? Этот... Я так жалею, что здесь спек Африка хреново реализован. Дайте там шкаф и сумните меня. Короче, если я закинул, то парашу. Если там кому надо, что-то смотрите. Все на распыл, походу. Так, кровь шальная, не надо? Шальная привернешь там кранчик, а то никто не повернул. Кровь не надо же никому. Крогом закинуть. Баф и шрасовый. А я не шарю. Ну, давай вместо пива тогда. Все. Казик, что там было, что? Есть? Нихуя. Я считаю, осколок проебал сейчас. Забирай. И Казика еще, давай. Тыкни тем смог. Я тыкал его вроде. А что надо в ЕПГП пас нажать, да? Там, блять, нажми на свой ник и отдай себе шмотку. Что ты там, не разобрался? Давай заново. Сейчас тебе табличка выскочит. Нажми нет. Нажми нет. Нажми нет. Нажал? Теперь выбирай группу и себя выбирай. В первой группе. Я давай осколок себе. Отдал. Прием. Получилось? Слава. Там если посох никому не нит, можешь мне отдать на ловкость. Давай, давай. Это вся параша на распыл. Клюква, земля, крит, хаст, нормально. Ну вот, а мне там хаста нужна, пиздец. Так, Казик, все забрал, не? Пиши что-нибудь. Че это самое? Поводишь огнестойкий слизней. В кукле сидел? Не. Сейчас посидишь. Не, ну на цирке, когда ты сидел. Конечно. Там самое главное, следи за тем, чтобы это, циферка 1, которую нажимаешь лужу пить, чтобы она была активной, зелененькой. Если она становится серой, то тебе надо подвигаться куклой право-лево, чтобы, ну, как тебе объяснить, ты понял, да, смысл? Следи за тем, если кнопочка серая, значит ты стоишь неправильно, подвигайся. Вот. И, соответственно, лужу пить. Два друида есть, походу, я думаю, с пула. Первого слизня замедлишь, и дальше нормально будет. Не знаю, как вам, мне охота спать. Знаете, еще думаю, что-то перекур, что ли, после профа сделать? Как думаете? Еще я бы после перекура я бы еще минут 5 бы покурил. И сидит мороз трэш потанчит до совета. Ты не уснешь, пока куришь-то? Наверное, нет. Да я не курю, но это так просто. Передохнуть. Вроде нормально идем. 40 минут всего. Он на профа щелкает только. Дальше фигня остается. Завтра выходной будет, отдохну. К вечеру, наверное, побольше сил будет. Надо будет ГМХМ ТТГ закрыть. ГМ, что, все будем думать или только ты? Ты про то, как поворачивали босса мы? Да.
А можно в хейме также травма будет падать? Вот я тоже хотел самое сказать. На том КД травма выплыла. Сейчас выплыла. Да надо порошком ничего. О. Чё нажимать, если надо? ЕПГП, консул? БГП? Ну, консул. Нихуя. А у тебя вообще санина какая-то. Угу. Ну, тут в целкам, в обычке. У меня лут без ГП. Ну, и по консулу, соответственно. Ну, травма, кому надо. Травма. Шальная. Кроме шальной надо, как будто хилы есть, кому травма надо. Похуй, шальной показать. Остеотом надо кому-то. Распыл заберу сейчас. Блять. Все. Бегу. Всем профу щелкнем, да перекурим. 5 минуток. Не знаю, как вы, я что-то. Так, а воскресенье у нас что? Воскресенье героик целка у нас. Так, ну, давно профа не водил, я вообще давно не водил. В кукле люблю сидеть. Ну, сейчас ты посидишь. Может, агро у тебя поменьше, потяжелее будет. Хотя на пулы есть. Ой, бля. Я не заебал, блять, вас, я зеваю. Нормально. Да, ничего, бывает такое. Видишь, просто когда не знаешь человека, всегда, ну, можно что-то такое сказать, какую-нибудь хуйню там ляпнуть. Надо немножко посмотреть на ситуацию. Да, мне то же самое почти. Не 6 дней, просто конечно. Понимаешь, Слав, к сожалению, многие люди не понимают то, что когда идут в рейд, они не сразу все желаемое получат. Ну да. Надо иногда просто ходить и получать удовольствие от походов, а не зачем-то да, конкретно. Да. Так это же игра, я сюда прошел поиграть, получить удовольствие. Ну, изначально да. Я когда вошел в игру уже, они прям в рейд куда-то еще. Я масса чего испытывал, как-то, то есть качание героя там. Короче, профессия. Смотрите, быстро испытываем такую хуйню, смотрите, просто гайд. Милики. Вот проф подводится в треугольник, там будет зеленый снизим выливаться, вы его бьете одновременно. Здесь красный выливается в кресте. Это все, что вам надо знать. РДД, ну ваша позиция примерно вот. Примерно вот тут вы стоите. Отсюда вы туда достаете. Вот. Ну не обязательно в метке стоять, это просто ориентир. Подходи к столу, подходите все. Друиды, деревья, хотать куклу, пей куклу. Подожди, у меня опять зависло. Я не знаю, что с этим. Кто это? Давай, бля. Паривит. Да, я хуй его знает. Похуй, давай я просто кикну твоего лока пока, чтобы мы не вайпнулись. А мы пока ебанем профа. Окей. Все, вот, пей куклу. Пей хуйню, ага. Все, хотайте его. Сидим пока рыбу жрем. Нахуя, че вы, дураки, сука, че вы делаете? Вас просили его пулить? Ладно, похуй. Блять. Будет достаточно. Ладно, да. Случайно так случайно. Вот лужи пей. Выйдите с них. Сука, 5 хилов это, не упадите. Не надо, чтобы вы вайпались в лужи. Это ж вообще. Внимательно. Вот смотрите. Я подвел профа к зеленой параше. Выливается слизень. Вы сейчас появится слизень, начинаете его бить. Милики, видите, слизень, да, его надо бить. Вот он откинул вас, откинул звезду, и вы стойте в звезде, не бегите на меня слизи. Теперь уже бегите, бейте его. Вот. Теперь я подвожу к вам профа. Вот РДД уже сейчас его добьют. Уже подвожу профа сюда, смотрите. И вы его переводите. 1%. Переводит. Это первая фаза. 80% хп. Внимание. Сейчас все получают стан в обычке. Вот. Ребята... Извини, что перебил, Слав. Ребята, после выхода из стана 5 секунд ловить и будут пельмени. Сейчас обратите внимание на профа. Он ставит две хуйни. Первая, это зеленая параша из головы у него улетает. Вот она полетела. От нее надо отойти. Кто не отойдет, сейчас я назову ваши ники. Все отошли, красавчики. Теперь, милики, встаньте в звезду, в танка. Сейчас скоро... Вот, видите, он бросил колбу.
химическую, опасную очень. Она снижает меткость на дохуя процентов. Ваш дамаг превращается из 20 тысяч в ноль. Красный вышел. Все, что вам надо знать. Вышел красный, РДД его уже бьют. Милики, подбейте. Ой, беги. Пельмени, бегите. Видите, они летят прямо в вас. Зеленая хуйня. Тоже словит. Лол, как дела, братан? Ты что, не видел? Это хуйня такая в воздухе летела, ты ее словил. Сори, ну ничего страшного. Смотрите, милики, через секунду будет колба. Отойдите от профа. Я его не успел отвести. Вот она появилась, видели, да? А вы отошли, потому что я вам сказал. Молодцы. Вот это да. Как круто мы играем. Мне кажется, у нас будет большое будущее. Вот. Теперь смотрите, вы появился... Появился зеленый, Элли словил. Рэнджи, дайте, пожалуйста, в одну меточку. Приходится, блядь, бегать, и в итоге не поймешь, куда. Кстати говоря, вот эти милики, которые сейчас за спиной зеленого бегут, вы бичи, вы должны вставать. Это дал не зыбку, захилим эту хуйню быстрее. Зеленого добиваем. Вы должны. Блять, нарти, ресы я хиляю. Вышли с колба. Пельмени летят, отойдите. Внимательно. Лучше не бейте, ничего не делайте. Лучше просто смотрите, что происходит на боссе, если вы паникуете здесь. Вот, я хиляю иннер. Каску лапы при стабах обновляем. Красный появился, РДД бьем красного. Прием. Милики колба появится сейчас. Отойдите от босса. Отойдите от босса. Лужа, выйдите с лужи. Колба не скоро появится. Не веди через колбы, только через лужу не веди. Ну как они будут бить миликам? Это неудобно. Тан, кто там водится с дня. Вот колба появляется через секунду. О господи, я хиляю, ты совсем слепой, блять. Колба появилась, я отвожу проф от того места, где она появилась. Нарезать, я да? Только начал хилить. Сука, там, внимательно пельмень, смотри. Пельмень, блядь. Да смотрел я на этот пельмень, ебаный. Я видел, как ты смотрел. Дохнешь, как, блять. Не хиль, лучше нихуя не делай, блять. Смотри, что происходит. Сейчас смотрите. Зеленый слизень. Даем Геру прямо на него, и надо его убить. Я вот. Не успел его плюнуть, он появился во время перефиски. Это понятно все. Я хиляю, давай массакру. Все, профа отведу к столу, все фул по этому. По слизню, по зеленому. Вот, милики на него не бежать, РДД только сейчас его бьют на РНЖ. Вот, милики подбежали, добили. Все. Теперь смотрим, к профу все, поворачиваемся, бьем профа. Под ногами, милики, встаньте в звезду, потому что если вы будете стоять в с пятках босса, появится колба, пельмени отбежали. Появится. Блять, чё это? Мне кажется, я слишком излишний релю, да? Нормально. Ой, забери огнестойкий. Забери, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Так, теперь. Кто там? Литр пива, выйди со мной на рейндж со звездочкой. Иди сюда ко мне. Будешь штунтить босса, когда тебе скажу. Хотя бы один стак, два заберешь. Так, готовься. Этот пропускаем. Литр пива, стой тут. Таунт на готове, готовься. Я тебе когда скажу, нажмешь таунт, готовься. Нажимай там. Ньюс, ньюс, ну, что это, или промах у тебя был? Так уже все, уже не надо. Забери гнестойки обратно. Нажимай там. Опять хуй нарыло, да? Не получается. А что трудно? У меня 4 стака у меня. Отдай. Массакру нажимай, протопал. Литр пива, у тебя что, задержка что ли, или что? Я таунчу, но он сразу на огнестойкого. Ну, не знаю. И не ждать, он не разлагало. Это круто. Плюс они куда-нибудь. Тебе, короче, надо, чтобы ты... Это ты же девочка, ты, чтобы ты сама видела, короче, вот эту хуйню, потому что это пригодится в гере. Вот. Если у тебя ретрик будет давать нормально под двадцатку, вот, это надо будет делать там. Я в гильдии постановлю. Ребят, и еще раз напоминаю, большая просьба, на профи, рейнджи, стойте кучно. Если вы разбредетесь, пельмени будут лететь у рандомного человека. И человек, который стоит в пачке, пытаясь уклониться, побежит в сторону и словит. Да, перекур. Вот тут я тебе такую вещь скажу. Играть можно вообще как заблагорассудится. Можете хоть где стоять. Самое главное, что каждый в рейде должен просто отойти от пельменей и все. В куче вы там будете стоять или нет, это абсолютно не важно.
Единственное, что в куче стоят люди в героике для того, чтобы чума перекидывалась по людям. Она каждую секунду перекидывается. Вот. И если вы стоите отдельно, например, вот, то есть, если вы привычку возьмете отдельно стоять и бить там где-то, ну, типа, вот такой крутой, и чума на вас закинется, кто-то подбежит, закинет, убежит, вот, и она будет настакиваться, она усиливается, эта чума. Она секунду, не знаю, за 10 убьет. Вот. Кучно стоят в героике именно. А здесь в обычке можно полегче с этим, в этом плане. Ну, к примеру, простой пример. Вот у тебя 5 ДД стоят, дамажат в одной куче, 5 ДД в другой. Вот 5 человек полетит пельмень, они перебегут и потеряют ДПС. А остальные 5 РДД будут бить, и у них ДПС будет больше. Но это мелочи никому не нужные. Но в плане того, то, что ты сказал, не обязательно абсолютно стоять прямо в куче. То есть, тут еще минус какой. Может такая ситуация быть, что лужи кидаются две в одну точку. А у тебя люди стоят кучно, и все они ловят лужу, и вдруг там лагануло на секунду, и все, весь рейд сдох. Такое тоже видел. То есть, нюансов очень много. Прям можно говорить миллион всего. Кому нужна колба? Ретрика. Я понял, ну какому ретрику она нужна? А он здесь один. Ну, пиво. Пиво тебе надо? Сейчас перекур, короче, будет. Вот пиво. Забираем. Слава, запусти, пожалуйста, перерыв там, ну, я не знаю, минут 10, может быть. Давай, походу, давай 10. Так, Д, Б. Идите чай пейте. Так, бры, ак, 10. Так, а что мы КВ будем делать?